Воскресенье. Утро. 9 часов. Позавтракали, попили кофе. Так, собираемся на рыбалку. На рыбалку. Стой! Раз, два. Глуши. Можно прямо здесь и накачаться. Можно. А, вам-то хорошо. Че, как воды-то, нормально в реке? Чуть побольше, чем мы были когда где-то. Такое сказать, что через камни надо будет перебираться, что ли? Ну, возможно. Да не, нормально все будет. Здесь у нас рыбалка. Женька уже поймал, обрыбился, поймал одну щучку. Мы это дело отметили. Без помпезно, без записи. Ну, просто вы знаете, что закон надо соблюдать. Это так напоминалка. Да. День солнечный. Походу будет жаркий. Он был бы немножко рыбный. Он уже немножко рыбный.